Уважение. Уважение. Уважаемый президент РК, уважаемые государственные служащие власти, я являюсь адвокатом Дайырбаева Ардак по уголовному делу. Вынужден обратиться к вам, так как в Ваяговском районе, в Восточно-Казахстанской области дико искажаются требования Конституции и законодательства. Поводом обращения является фабула дела. 11 мая 2017 года к гражданину Дайырбаеву после 12 часов ночи вторглись группа лиц, неизвестных лиц, которые, один из которых, перепрыгнув через высокий забор, начал тревожить хозяев, спящих хозяев дома. Хозяин дома выскочил в нижнем белье, но, однако, он схватил с собой ружье. И данное ружье неожиданно, произвольно сделало выстрел. Впоследствии стоящий, вторгшийся, неизвестный тип был ранен. Дайырбаев, в свою очередь, добровольно сам, вызывая скорую, полицию, сам лично явился в Ваяговской ГРОВД, где был сразу вторгнут в ИВС с обвинением в покушении к убийству в соответствии с статьей 99 Уголовного кодекса РК. Однако данный гражданин РК защищал в соответствии с 32 статьей Уголовного кодекса свою частную собственность, свой покой, покой своих пятерых детей. Однако с 11 мая по сегодняшний день он без всякого предъявления обвинения является подозреваемым и находится в ИВС Ваяговского ГРОВД. Поэтому я прошу обратить особое внимание на действия за органов МВД Ваяговского района, прокуратуры и суда за незаконные действия против своих же граждан.